Здравствуйте, уважаемые посетители канала. Я работаю для вас. Тем более, что люди занимаются по моим книгам, а когда они занимаются по моим книгам и получают какие-то результаты, с чем-то сталкиваются. Вот на это мне интересно отвечать, интересно разъяснять. А не просто там, а у меня там вот тут, а что? Так. Итак, значит, пользователь, чистка печени после 50, да? Написал: Геннадий Петрович, голодаю по вашей методике 25 лет. Хорошо, все знаю, но появились камни в желчном. Камни в желчном появились, значит, какая-то недоработка. Если человек так более-менее голодает, там вообще-то ничего не должно появляться. Ну ладно, всякое бывает. В области, значит, кармана 4,6 на 12,7, в области дна 10,9 на 18,7, потом 8,8 на 5,1, и наконец-таки 8,7 на 8,4 миллиметра. Смотри, какие это. Если это камни, то есть камни, если это твердые, это одно. Тут желательно ничего не делать. Если это камни вот такие вот, похожие на парафин, похожие, воскоподобные, то тут, пожалуйста, чистить можно. Но я так понял, это твердые камни. Хотел чистить, но боюсь. Так. Проток из пузыря расширится до таких размеров. Удалять категорически не хочу и не надо, потому что будете инвалидом потом. Так, все знают, что я занимаюсь по вашей методике, и как-то будет не очень. Но тут вы не это, не то что. Ну, раз случилось так, вы уже сами решаете, что делать. Ну, естественно, я вам кое-что подскажу. Хочу голоднуть 30 дней, выйти потом почистить все на весну. Как ваш почитатель, прошу совета и поддержки, с уважением, ЮИ. Ну вот, вот, и теперь мы начинаем, как почитатель, просите совета. Я так понимаю, люди, конечно, не все книги мои смотрят. Вот есть прекрасная книга «Без очищения нет исцеления». Это как раз учебник по очищению организма. Мы с вами заходим в него и смотрим оглавление. В оглавлении мы видим следующее. Есть вот такая вот информация здесь, специально для этого случая. Итак, очищение толстого кишечника, вот очищение печени как раз. Очищение печени, и мы здесь только, опачки, выделили это для вас. Я выделяю, чтобы вы там меньше искали, вам такую услугу оказываю. Смотрите, очищение печени, вот вообще очистки печени, желчного пузыря в общем, чтобы вы понимали, что это за процедура, да? Далее идут тюбаш, это вот медицинское очищение печени, они там делают очищение печени там по Ирине Васильевой, старинный знахарский рецепт очищения печени, предложенный Севастьянова. Четвертое, наиболее простое, эффективное, многократно проверенное очищение печени. Это то, чем я занимался. Далее идет очищение печени и желчного пузыря по Татьяне Буревой. Вот эту очистку я вам рекомендую. Здесь идет подготовочка, все как надо, травочки. И это совсем другое дело. Далее идет двойная очистка печени. И вот, наконец-таки, вот что надо. Очищение печени и желчного пузыря отваром картофеля, рецепт от отца Георгия. То есть отвар картофеля, как сделать, что сделать, это вы уже найдете. Вот этот вот, как бы сказать, отвар, он способствует тому, что он начинает растворять разного рода камешки. Камешки, твердые камешки. Ну, они разные, конечно, бывают по виду. Но вот, по крайней мере, можно вот это попробовать. То есть попробовали, прошли курс, цикл, далее. Потом, что идет летнее очищение печени. Кстати, кто собирается летом чистить печень, да пожалуйста, вот можете это все делать. Так. И наконец-таки у нас есть вот то, о чем, что я думаю, 100% подойдет
для нашего посетителя, который просит совета и поддержки. И вот совет, так сказать, не в бровь, а прямо у глаз. Девятое. 6 проверенных способов изгнания желчных камней. И вот мы сейчас их с вами-то и посмотрим. Посмотрим, я то есть еще для вас их где-то там зачитаю, что тут у нас. Ага, вот они пошли, смотрите, это люди чистят, показывают свои фото, как я, смотрите, нашел сразу. Сразу же нашел. Это чистил 25-летний мужчина. И вот, вот такая вот у него коллекция высыпалась. Но это такие камушки билирубиновые, билибердиновые, то есть воскоподобные. Это, будем говорить, не то. Тут, кстати, есть и примеры. Очень важно, что есть примеры. Люди, которые прошли эту процедуру, они вот рассказывают. Вот, например, пример. Мне 59 лет, сделала за 13 месяцев 76 чисток печени и порядка 85 клизм из мочегона. Мочегон это, ух, какая сила очистительная. Из меня за это время вышло 1412 холестериновых камней. Ну, холестерин это, как бы сказать, ерунда. Величина начинает от грецкого ореха и меньше, а также вот два известковых. Один величиной 12 на 6 миллиметров, второй 8 на 4 и еще 8 раз. Шел известковый песок, то есть это все чистится. И смотрите, если мы тут смотрим, самый большой тут как раз камушек, ну, практически 11 миллиметров, 11 миллиметров на практически на 20 миллиметров, да? Ну ладно, кроме этого из толстого кишечника шли лохмотья дикого мяса. Это полипы выходили, полипы. Стручья и полипы в виде маленьких грибков и цветочков. То есть вот, если человек желает избавиться от полипов, который находится в его организме. Вот, пожалуйста, вам пример, как человек, что человек сделал. Он провел огромную работу над собой, в результате чего, вот он и докладывает. А также очень много вязкой коричневой слизи, а это уже грибница выходила. За 13 месяцев 3 раза почистилась поджелудочная железа, то есть начала работать. До начала чисток в моей комнате стоял тяжелый воздух, то есть человек заживо гнил, тяжелый воздух, воздух вот этого разлагающего тела, тело, которое, можно так сказать, старое, разлагается, гниет где-то, вот это вот как раз и есть. Сейчас воздух чистый, прекратилось чесание тела. Чесание тела, а это что чесание тела? Конечно же, грибок. Грибок, вы вообще читайте мои книги, там столько, помимо того, как метода дается, там дается и примеры. То есть люди уже давным-давно прошли и делали. Что ж вы это? Не обращайтесь к моим книгам. Тем более я их выставил на свободное обозрение, ё-моё. И никто ничего не хочет. Исчезли и пупырышки, гусиная кожа. А гусиная кожа, знаете, вот это пупырышки, это как раз вот неприятная вещь такая. Это под кожей скапливаются вот эти шлаки неприятные. Они действительно как гусиная кожа. То есть кожа пытается выделить вот эту всю эту какую-то массу, какую-то вот эту вот бяку-каку. И она становится от этого пупырчатой, потому что вот это накапливается, вот кожа ровненькая, а накапливается в, как бы сказать, в потовой железе вот это вот. И все вот так вот становится. То есть все поры кожи забиты, и из-за этого она становится гусина. Исчезла сухость, кожа стала эластична. Сухость как раз, когда вот эта вот прослойка стоит между, можно сказать, организмом и кожей, прослойка, которая пытается вот это вот все, прослойка вот этих шлаков, которые кожа уже выделяет, потому что уже органы выделения не работают, и кожа пытается их выделить. Вот, она, естественно, не питается, поэтому она становится сухой, морщинистая, трескается. Исчезла сухость, улучшился слух,
слух улучшается. Видите, кушаю в основном два раза в сутки, стало пример дыхания счастья. По 20-30 минут в день в горячей ванной. Пила отвар одуванчика. После двух недель приема начало выходить большое количество мокроты через нос и шло в течение двух недель. Представляете, тут все забито, все забито, слизью спрессовалось. И человек думает, да и так и надо, вот там уже знаете, вот какая-то плесень, какое-то разложение, какая-то, значит, деградация идет. Все это там такое, и вот это все избавляется, видите, как быстро, так. Тут дано количество процедур, количество камней и так далее. То есть огромное, огромное количество примеров. Вы ж как-то это, ай-яй-яй-яй-яй. Как-то ж все это читайте. Вот результаты. Общая легкость стиля. Перестал болеть голова при магнитных бурях. Нормализовался стул. Случайно обнаружили, что могу... Это другой уже пример читаю. Что могу легко достать и удерживать ладони на полу при наклоне с прямыми ногами. Раньше даже в детстве не мог. Интересно, что от чисток печени, прямой кишки или от лаврового листа. Лавровый лист как раз... чистит соли, вот эти вот, растворяет разного рода какие-то твердые отложения в организме. Флешмоб мы с вами сделали, вот подзабыли, позабрасывали. Все надо, вот надо, что-то там так. Так, вот как раз чистка отваром картофеля, летнее очищение печени я подошел. А теперь, и вот... 6 проверенных способов изгнания желчных камней. Так, как можно избавиться без хирургического вмешательства? Я приведу некоторые рекомендации. Ну, например, доктор Уокер рекомендует следующую методику. Я о ней не буду говорить. Вы это прочитаете. А вот на что я обращу внимание, это следующее. Некоторые целители считают... что желчные камни могут раствориться от длительного, регулярного приема свекольного сока. А кто вам мешает его принимать? Длительно или не длительно? У вас должна вот так в голове, как бы сказать, мысль такая быть. Либо стать инвалидом, вам вырежут желчный пузырь со всеми последствиями, которые дальше будете пожинать, и уже ничего вернуть нельзя. Либо вы будете пить сок, там, да хоть 3 месяца попьете сок, хоть полгода. Так зато есть вариант, что вы очиститесь, растворите эти твердые камни. При этом желчные камни растворятся постепенно и безболезненно. Что? Берут несколько головок красной свеклы, обычно 2 головки общим весом от 800 до 1000 граммов, тщательно чистят и моют, помещают их в 5-литровую кастрюлю и заливают 3 литрами чистой воды. Закрывают крышкой и доводят до кипения. Затем огонь сбавляет и очень долгое время варят на маленьком огне, чтобы вода кипела. Обычно это уходит 5-6 часов. В результате получается густой сироп. Вот этот сироп, в него выделяются вот эти вот красящие вещества из свеклы. А эти красящие вещества как раз и обладают способностью растворять разного рода твердое отложение. Кстати, они будут чистить не просто там в желчном там пузыре, они будут чистить и в почках, они будут чистить и в мочевом пузыре. Кстати, надо самому заняться этим делом. Так, а свекла вываривается до белого цвета. Отвар слить, а свеклу измельчить на терке и отжать через марлю в другую посуду. Затем оба сиропа соединить. В итоге у вас получится 1 литр или чуть больше сиропа. Способ употребления. Пить этот сироп по 3/4 стакана несколько раз в день. Это где-то по 150 граммов. Перед употреблением сироп подогреть, чтобы был теплым. Можно пить за 30 минут до еды, в промежутке между едой, спустя 1-2 часа после еды. Знатоки утверждают, что камни в желчном пузыре довольно скоро растворяются, даже если были очень большие и безболезненно выводятся. Если камень крупный, лечить надо не менее месяца. Не менее месяца. Да это ерунда, ё-моё. Месяц там попить этот какой-то отвар. И это. Хранить отвар лучше в холодильнике. Так, тут еще конопляное семя есть. Так, оливковое масло. Вот что я вам хотел сказать уважаемому подписчику. Дать ему совет и поддержку. Усё в ваших руках. Действуйте, все у вас получится. Я благодарю
вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.